Еще один шаг в переходе на новую систему обращения с отходами. Югра заключила концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе. Торжественное подписание документа состоялось в правительстве округа. Пока это только огромный пустырь площадью 37 гектаров. Эта территория сравнима с целым микрорайоном югорской столицы или полусотней футбольных полей. В скором времени здесь, в Нефтеюганском районе, расположится самый современный и экологичный полигон для сбора и переработки мусора. С вводом в эксплуатацию всего комплекса власти намерены улучшить не только ситуацию с отходами в регионе, но и существенно повысить экологические показатели. Будущий полигон сможет принимать 90 тысяч тонн мусора в год. Срок эксплуатации этого объекта не менее 20 лет. Проект потребует более миллиарда рублей инвестиций. Стоит отметить, что почти 80% от суммы – частные вложения. Все поступающие на площадку отходы будут сортировать и перерабатывать. Бумага, пластик, стекло и металл пойдут на вторичную переработку. Безусловно, с минимальной нагрузкой на окружающую среду. Вот, и с максимальной возможностью именно создания новых производств в округе. Как раз и площадка, это практически 37 гектар. Площадка, да, помимо обработки мусора, здесь предусматриваются отдельные площадки для именно создания таких как бы производств. Говоря о владельце полигона, можно отметить, что это дочка санкт-петербургской компании с 80-летним стажем работы в сфере переработки твердых коммунальных отходов. Ежегодно силами этого предприятия вывозится более 5 миллионов кубометров мусора. Только представьте, это ровно 40 тысяч грузовых вагонов. Собственная проектная команда, которая будет заниматься здесь проектированием этого объекта. Поэтому мы, так сказать, серьезно готовились. Соглашение классическое по концессии. В соответствии со 115-м законом, и, как было сказано, действительно через 2 года в округе появится современный полигон, современный завод. Это дает возможность сегодня при большом объеме снизить себестоимость переработки твердых коммунальных отходов. Вот в этом и из этого и складывается именно снижение той нагрузки на бюджет и на население. Проект будет воплощаться в 2 этапа. Сперва будет создана инфраструктура и первая карта полигона, а также мусоросортировочная станция. Вторая карта появится на 10-й или 11-й год работы. Добавлю, среди плюсов концессионного соглашения – экономия бюджетных средств. Полигон ТБО будет создаваться и эксплуатироваться инвестором. Всего же в Югре планируется построить сеть межмуниципальных полигонов. Начало будет положено в Нефтеюганском районе. Остальные 4 планируют расположить в Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Олеся Безденежных, Елизавета Гутовская, Дмитрий Макаров, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.